Всем привет, с вами я, это Моник Ютуб, и я буду обзорывать обзор Лего Техник, артикул 9391, ножницы, цена 3500 тенге примерно, это будет 700 рублей примерно, или ниже. Вот, конструктор Лего гусеничный кран, вот, все механизмы, два в одном, от 8 до 14 лет, Лего марка, вот, тут это. Два в одном модель написано. А в один гусеница. Тут лего-клуб. Внимание, риск удушения мелких частей, деталей, то есть. Да, все. Вот. Тут Lego Corporation, Mother and Dreamer. Сейчас не говори, что батарейки заканчиваются. Сейчас я быстро сниму. Вот сзади можно собрать трактор, его с теми механизмами. Три механизма, как бы. В этом наборе четыре механизма, он лучше. Все говорят, что в обзорах, что лучше вот это пусть стоит. Не надо пересобирать на трактор. Вот как бы. В коробке внутри было две инструкции. Первая инструкция вот это была. Он заканчивается на последней странице. 49-й странице. Lego Win. Мальчика рушили. Вот. Собирание трактора заканчивается на 29-й странице. Вот все детальки. И самолет набор, и квадроцикл. Вот. Тут legotechnic.com сайт. Вот. И как бы запасные детали было 9. То есть такая маленькая штучечка. Такая шестерня, восьмерня. Вот. Две запасных гусеньки. Когда трактор собираешь, там 8 гусенок остается примерно. Вот. Вот такая штучечка, такая штучечка, такая штучка и пипочка какая-то для этого самого. Чтобы мигал как бы вот этот штука. Сейчас коробку сравним. Тут 8 запасных деталек, больше, чем у этого Lego Technic транспортно-воздушной подушки. Цены у них одинаковые. Тут всего лишь 2 механизма, а на том кране 4 механизма, да, 4 механизма. Вот. Сейчас сравним их. Нет, в коробке толщина здесь была маленькая, как бы. Но лучше то, что тут она вообще не согинается. Вот, а я ее не вчера купил. И как бы просто один раз открыл, и смотрите, что случилось. Вот, вот эта штучка, мне она не нравится. Картон тут потолще. Тут уже какой-то картон, а там какая-то бумага двухслойная. Вот, как туалетная бумага. Вот. Как бы. Можно еще посчитать 10-ю запасную детальку. Это вот эту штучку. Балку. Вот. С такой держалкой. Можно даже 11 посчитать, потому что это деталька. Вот как бы. Сам. Тут по 33 штучку было, 33-33, это примерно 66, и еще две запасных там деталек, 38 таких маленьких штучек, гусинок было. Вот, как бы он красивый, сейчас измерим его с этим, как бы вот этот поменьше по размеру, но он, если эту присоединить, это будет в длине побольше. Тут больше маленьких частей было. Тут еще меньше, потому что тут есть вот такие штучки, гусеньки присоединить. Но тут лучше то, что тут две гусеньки, а тут всего лишь одно колесико, которое механизм делает. Всего лишь два механизма, но зато автоматически. Вот как бы. Сейчас. Механизмы. Механизмы то, что веревка делается. Вот. Веревка спадывает. Вот. Если вы видите, можно вверх обратно поднять. Сейчас даже лучше проверить их с этой штучечкой. Как бы он тот набор и вот этот набор, они для друга созданы, потому что они могут друг друга поднимать. То есть, нет, вот этот может поднимать. Вот, как бы. Вот так можно поднимать и отпускать. Второй механизм, здесь есть такая штучечка. И он как бы вот так поднимает кран и отпускает кран. Максимальный кран поднимания. Вот такой, да. Вот. Как бы можно его вот так крутить самому. Или тут есть вот такой механизм небольшой. Вот эта штучечка. И она крутит вот эти. Сам набор. Вот. И еще тут есть... Сейчас я отпущу.
веревку до максимума, чтобы кран не сломался. Вот. Не сломался. То есть на максимум хочу показать вам, как он передвигается. Вот тут уже максимум видно. Ой, даже упало. Все, вот. Вот на максимум. Он вот такой. Ну, все-таки же поднимается так же. Ничего не ломается. Все нормально держится. Сейчас даже вот это положим. Так. И вот поднимается. И опускается. Как бы думаете, из-за чего те два набора друг для друга созданы? Потому что сейчас я вам покажу. Так. Веревочку заберу обратно. Как бы вот сейчас. Сам набор и вот этот набор. Как бы вот эта штучка. Можно это зацепить. Вот так. Как бы и поднимать его. Потихоньку, потихоньку. Вот сейчас. Давай поднимайся. А, я наоборот делал. Вот. Поднимается как бы. И его можно отправлять как бы потихоньку. Вот. И отталкивать. Вот. Сейчас. Вот. И задняя штучечка. Как раз можно ее запихнуть вот так. Сейчас запихнем столько. Веревочку возьмем. Сюда запихиваем. И поднимаем. Сам набор. Вот. И так можно передвигать в одно место для другое. Вот. Гусеньки, они работают при помощи вот таких шестерн. Они, гусенька не отправляется, потому что они как-то вот так сделаны, вот так, посерединке механизм, чтобы крутились. Как бы неплохой набор. Всем советую. В принципе, всем удачи и всем бобра или добра.